Когда видишь своего парня с любовницей, первое, что ты хочешь сделать, это, разумеется... Но я могу предложить и другие варианты. Любимый, ты решил исполнить мою мечту. Тройничок. Она симпатична. Что? Извините, что я вам помешала. Я просто проверяться хотела по этим делам. У тебя есть. Слушай, ну вот в этот раз ты мог проститутку посимпатичнее купить. Но все деньги уходят на этих шмар. Она ведь страшная. Посмотри на нее. Любимый, сеть попала в твое гей-видео. Жопу, конечно, знаю, долго что. Big love, big love. Ты котик, котик, котик! Страшно, еще какой-то тимус у нас. Я тебя брошу. Вот так. Пусть лучше сдохнет, чем уйдет другой. Катя, просыпайся скорее. Что? Ну как что? Старт продаж 10-го айфона. Пошли очередь занимать. Какая очередь? Какой 10-й айфон? Дайте поспать. Так, что это у нас? Продаю коробку от 10-го айфона. В жопу Инстаграм! Главная новость дня. Стартовали продажи iPhone 10. Люди, скорее бегите в магазин и покупайте iPhone 10! Алло, Маш, ты не представляешь, все просто помешали... Подожди, мне такая новость, представляешь? Мне мой муж купил iPhone 10! Я такая счастлива, у меня теперь есть... Купи 10-й айфон! Дорогой дневник... Я продержалась 10 дней. Я отключила телевизор, свет, интернет, телефон и холодильник. Но они нашли меня. Буквально сейчас они стоят за моей дверью. И кричат, какой Face ID классный. В общем, не поминайте лихо. Я держалась как могла. Прощайте. Мне Петя из здорового подъезда подарил... Катя, кто опять вырвал все цветы из клумбы? Ну-ка иди сюда за сушенку. Девушка, время кончилось, верните цветы. Блин, ну что так трудно подождать? Что за сервис? Сейчас принесу ваши сами цветы. Дожила. Цветы в квартире, только на юбилей есть. О, Вень притащила. Откуда? Поклонник подарил. Какой поклонник-то? Поди купила сама или из клумбы выдрала? Да, купила. Вот умеешь ты, мама, поддержать. Это ж с ума пока же не вырастешь. Никто же не подарит, не чухнется. Я ж дарил тебе цветы-то. Что ты мне там дарил, Эдрих? Пьяный, цветы из клумбы мне драл. Так я ж их сама и растила. Всю жизнь не загубил, чертяка. Ой, бабы, тяжела доля-то наша. Тяжела. Что ты ржешь? Да ничего. Ты что, там смешная что-то? Нет. Покажи. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, покажи. Нет. Ну, покажи. Нет. Покажи. Нет, закрой дверь. Покажи. Покажи. Блин, ну у меня же курица в духовке. Чтобы не украли. Кому нужно воровать вешалки? А вот это, наверное, для связи с Кремлем. Хьюстон! Хьюстон, у нас проблемы! У нас проблемы, Хьюстон! Номер! Отстой! Хьюстон, слышите меня? Хьюстон! Это, наверное, какой-то арт-объект. Ну и, соответственно, куда же без высококультурного пятнышка? Оно означает, что здесь было все. И боль, и слезы. Ну и, видимо, судя по пятну, чай. Массовые захоронения мух, мушек и пыли. В принципе, неплохая почва для рассады. Что вы, сука, знаете о дизайнерской мебели? Это просто сам Сергей Зверев мечтает просто о таком потрясающем стуле. А потом мне скажется, сука, грязь, я где-то прям искала, ребята. Знаете, ее видно, мне кажется, за километр. Это не человеческую, просто пыль. Казалось бы, все плохо. Но здесь есть огромный жидкокристаллический телевизор. Лежи, как говорится, и смотри, и помалкивай. Чего тебе, как говорится, гость здесь не нравится? Есть же большой, огромный телевизор в этом маленьком, стрёмном. Гражданочка, а что-то вы мужа не показываете? Зачем? Он у вас что, страшненький? А, я поняла, вам его просто стыдно показывать. Или боитесь сглазить? Да у нее муж просто не фанта. Поэтому и не показывает. Пусть поди, нет, вовсе придумала, на утро рассказывает. А доказательства ты где?
А ну ж, предъявите, пожалуйста, а то мы не верим в вашу счастливую семейную жизнь. Да, я вам говорю, она и подписчиков насосала, и свадьбу насосала, короче. Да, да. Падшая женщина. Слышь, мразота, а че ты игнорируешь мои комментарии? А че ты мне не отвечаешь на сообщения, слышь? Отписка! Лучше вам мне не было, а тебе, конечно, лучше вам. Ну что ж закажем? Я за? Я закажу. Какая вилла, Дэвид? Да! Под мой! Я сижу! Я сижу! Сколько времени прошло? 5 минут. Сейчас. 10. Сейчас. Да ты задолбал уже! Алло, здравствуйте, а вы скоро? Еще 10 минут? Ну блин! Да почему так происходит, я не понимаю. А у него-то вообще... Мы обещали полчаса. Что у тебя? У меня я. То есть вы хотите сказать, что виноват я? Да я кто виноват? А деньги? А, вот это мы загудели вчера с мужиками. Слушай, я так и не попала на собеседование. Ну, ты знаешь, просто это, видимо, судьба подает мне знаки о том, что мне там работать точно не надо. Так что это, не обессудь, в смысле переписки от Майкинта. А Маша большие сиськи. А Маша, мой главный кореш, мы там с садика. Трем вместе. И вообще, я тебе так скажу, если ты ревнуешь меня, значит ты не уверена в себя. В школу так говорят. Ну, что надо подумать вообще. Не знали, не такая женщина. А не, ну в смысле мы живем на твои деньги? То есть ты хочешь мне сказать, что я Альфонс? Понятно. Тебе, короче, шкура от меня только бабки нужны. Да, все с вами бабами понятно. В беде, в радости. Балабольство это, короче, все. Я с кентами в клубешек сейчас сгоняю. Ты здесь остаешься, думаешь над своим поведением. И, возможно, утром я приду и буду готов услышать твои извинения. Адьос. Не, ну в смысле я не дарю тебе цветы? Вообще тебе ничего не дарю. Да я в перерывах вообще между собеседованиями пожрать не успеваю. А ты сидишь и... Короче, эгоистка. В общем, так, короче, вещи собрала и смоналась нафиг из этой квартиры. Вообще-то, это моя квартира. Бля. Какие ты лечишься, ты любишь? В смысле, я бухаю. А не бухаю, а залечу душевные раны. У меня больно внутри вот здесь стоит, а ты даже мне помочь не можешь. Ты постоянно мне говоришь, что какой-то неправильный. Да какая ты вообще женщина после этого? Да ты вообще не заслуживаешь моей любви. Ну, в смысле, мы не женимся? Это серьезный шаг замужества для меня, ты понимаешь, как для мужика. У меня, в принципе, есть понятие, понимаешь? Я не хочу жениться так, чтобы потом разводиться, ты понимаешь? А если ты не способна дождаться, то нужна ли мне такая женщина, вопрос? В общем, мне нужно еще лет здесь подумать. Ты какая-то... Да, кстати, я там записана маникюр к Маше на 2 часа дня. Здравствуйте. А Маша только позвонила минуту назад, она очень сильно заболела, вообще никак не сможет приехать. Не переживайте, у нас как раз свободный мастер, Настенька. Она все вам хорошо сделает в лучшем виде. Настенька, у тебя привет. Я готова. Улыбнись. Так, ёлки, так как потом разобраться? Ладно, ничего страшного. Поехали. Не кричите. У меня слабое сердце. Вы мне палец пилите. Бывает. Покрывай красным. Классика. Чёрный, может быть, выгод? Эмма? Заплачу. Да все нормально, нормально. Я вам денег-то. Конечно, дадите. 4800 у нас стоит маникюр. Скажите, нравится? Мама. Ну что, девушка, к Насте пойдете? А, нет. Вы знаете, Маша выздоровеет. Вы мне звоните. Я вот с вами. Шел сегодня мимо улицы. Да. Мимо улицы, блядь. Мимо улицы. Цветочном магазине. Ты на шуточке, на блюдочке с голубой каемочкой, а ты мне бутербродики теперь! Сука, ну хватит ржать, блядь, это очень тяжело орать. Ты представляешь?
жопу! Нахрен! Ты становишься жертвой рекламной пропаганды!